эта кружка не подходит ни по размеру, ни потому, что она полая внутри, и она сама приспособлена для того, чтобы сохранять тепло внутри себя, жидкости, или холод, как термос, мини-термос. Еще она дно не плоское. Эта кружка не мини-термос, она тоненькая. И по идее должна подходить, но это только по идее. Потому что вот эта вот ручка мешает. Не дает встать нормально на поверхность нагревающуюся. Она уже нагрелась. Не подходит. Но стандартная кружка для кофе в офисах часто бывают такие. Только это подходит. Бух. Но она опять же внутри выемка. Фул контакт не получается. Такой кошмар. И что с этой прелестью делать? Непонятно. Дополнительное питание. Кабеля питания нет. Хотя должен был бы быть в комплекте. USB-хаб и подогреватель, но не кипятильник, кофе или чая. Не пытайтесь повторить этот эксперимент дома, потому что вода, электроприборы, две вещи несовместимы. Понятно? Да. Ничего не нагрелось. Только запачкалась. А, нет, это не запачкалась, а поцарапалась уже поверхность этого гаджета. Хорошее дело гаджетом не назовут. Видите? В общем, это извращение. Тепленькое извращение. Можно сюда купол стеклянный и таракани бои проводить. Или жучков, носорогов. Они большие не поместятся. Слоников. Два слоника сюда переместить на ринг и ставки принимать. В прямом эфире. Это стриминг. Микс файт. Все. В описании будет указано, где эту прелесть можно приобрести. Вот. Тепленько как. Ну все, хватит. Приходите еще.